Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Данези ди Микеле Катанео. Фортуна. 16 век, бронза. Данези Катанео, уроженец Карары, был не только скульптором, но и поэтом. Искусству ваяния он учился в Риме у Якопа Сансовино. Оказался пленен при разграблении города в 1527 году войсками императора Карла V. Бежал, работал во Флоренции, а затем снова вернулся в Рим. Вместе с наставником художник прибыл в Венецию, где исполнил множество заказов. Он работал и в Вероне. Одна из его работ – алтарь семи фригозов в церкви Святой Анастасии. Работал в Падуе. Джорджо Вазари, историк, подробно и с интонацией восхищения перечисляет творение Катанео, свидетельствуя о его популярности. В римской античности Фортуна – богиня непостоянства. Своим расположением, удачей, успехом, как и всяческими несчастьями, она наделяет непредсказуемо. Поэтому автор традиционно ставит обнаженную Фортуну на шар, державу, являющийся ее атрибутом при изображении. Скульптор отказался воплощать богиню с завязанными глазами. Она резким победным движением, похожим на прощальный жест, сдернула полоску ткани в мастерском балансе, давлея над миром, держа ее как победный стяг. Ну вот такое описание к работе Фортуна Данези ди Микеле Катанео я нашел в интернете. Пользовался текстом книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.